Здоров, господа и господа. Здорово. Значит, объясняю за кипиш. Игра называется Dale and Dawson Stationery Supplies. И суть этой игры в следующем. Dale and Dawson Stationery Supplies. Бездельники, которые прокрасились. И суть этой игры в следующем. Существует три роли. Бездельники, которые прокрастинируют и всякими разными способами пытаются слить компанию. Они отлынивают от работы, они заражают компьютеры вирусами, роняют сервера. В общем, такая у них роль гангстера. Потом у нас идут обычные работяги, которые просто пытаются сделать все возможное, чтобы эта компания не загнулась. И сам менеджер, он же есть босс, он же есть тот самый, который пытается выявлять, кто есть нормальный работник, а кто есть... Короче, надо уволить. Как Among Us. Приятного просмотра. Ну, типа. Ну, давай посмотрим. Ну, типа такая аналогия на Among Us. Ну, то королей больше. Только со своей такой цифрой. Скорее, больше как мафия. Здравствуйте, мужчинки. Богдан Хилос. Да, мои Гамина. Олег. Вот. Увидеть. Кто есть кто? Гнида. Так, понятно. Запомнили. Приватная парковка у тебя там, да? Называйте его по имени. Кирилл. Кирилл похож на Кирилла. Нами. Он не Джохан, он гнида хуйпа. Извините, там сзади что-то происходит странное. О, боже. Шлёпает вам все. Мужчины, ну-ка. Джохан кайфует. No harassment. Стоп, стоп. Все, мы на работе. А кто менеджер? Менеджер может признаваться, что он менеджер. А, вот Олег. Я менеджер. Я менеджер. Кто меня шлёпает? Кто менеджер? Как шлёпать? Хочу, чтобы меня... Ну-ка прекратить! Я должен... Да, не знаю, трое друг друга вообще, да? Бразды правления, но пока что я не уверен, что я менеджер. Я менеджер? Я менеджер, у вас написано, что вы менеджер. А, я менеджер. Итак... А, Мармок сразу выпал менеджером. Боимся, сукины щенки, блядь. Значит, слушаем на меня. Ваш это время катки. Я знаю, чем эта компания занимается. Не спрашивайте меня, как я получил эту должность. Но наша цель, чтоб через год Google у нас жестко заглотнул, чтоб прям слезы потекли на. Так как я у него. Кто будет косячить, кто не будет работать. Понятно, уже видно по Джохану. Увольняй его. Он не будет работать, даже если он работяга. Да, все равно. Секунду. Никуда не уходите, господа. Слушай, братишка подчиненный, ну что это за выпады, понимаешь? Я лицо компании, должно быть уважение в нашем коллективе. Ну, они не будут меня уважать, если ты будешь посреди совещания с них так вставать. Да я должен показать свои лидерские качества. Ну, к чему это все приведет, понимаешь? Я буду меня просто... Все, соберись, соберись. Опа, дезертиры. А где тушитель? Быстро! Где тушитель? Я потушу. А, все, все, спасибо, не надо, я потушил. Кто это сделал? На ковер его это ко мне. Олег. Это Олег был, это был Олег. Кирилл и Олег ко мне в кабинет. Заходите, господа. А, не-не, Кирилл, подожди за дверью, я выслушаю вас по очереди. Ну да, правильно. Почему ты говоришь, что это был Кирилл? Ну, потому что он подошел, я просто сидел на месте. Вы видели, когда вы вернулись с серверной после вашей беседы с... Так, погоди, я так тебя не вижу. Да. Пришел встать. И, ну, я просто посмотрел, а он подумал, что это я. И вот, а по итогу это он зажег. Ну, не уверен. Я, мне кажется, что-то не то сказал. Да. Да, я нихуя не понял. Так и должно было быть. Ты свободен. Ну, хорошо. Все, понятно. Ой, у них осталось катки, вот за 3, 2.5 минуты. Ты уволен. Подберите мусор. Мне я уборщик. Блин, охренительно. А я тоже. Ты менеджер. Да, мы с тобой уборщик. Да. Блядь. Другая нет, катка. О, нихуя. Что с тобой? Блядь. Что? Туалет сука. Хочешь? Что тут? Ну что такое? Обосрался. Реально обосрался. Я побуду. Чего вдвоем? Очень приятно. Это все нормально, никому не рассказывал. А что ты не снял? Совещание, мужик, ты не вовремя! Блин, это вот. Кстати, дверь не закрывается. Это, кстати, проблема всех совмещенных санузлов в этой жизни. Примерно так это все выглядит. Дверь, да как дверь? Да фу, блядь. Врешь со мной?
с этой бумажкой я похож на умного человека. Я просто буду ходить туда-сюда с мудрым лицом и делать вид, что я работаю. Там буквы есть у меня всякие. А теперь он типа крыса. Нет. С этой бумагой я просто похож на умное существо, понимаешь? Я просто хожу и создаю себе ауру работяги. И у меня там принтеры печатают, я печать всякие ставлю. Но на самом деле у меня вообще никаких дел нету. О, подачальник. О, боже, как много у меня дел. Я работаю. Они что-то там орут, у них что-то там не получается. А я вот с бумажкой просто буду ходить по коридорам и делать вид, что я работаю. Понимаю. Это искусство, кстати. Ты тоже ничего не делал? Так это же менеджер, в смысле. А, тебе накрыли кому-то на спину? Не подходи ко мне. Ладно, не буду. На ваша подпись? Подпись. Ты приклеил, видишь, вот. Прикольно. Простите, поведу вас, начальника, на рабочее место начальника. Вот оно, спасибо. Распечатай отчет продаж. Ну, поехали. Отчет продаж. А как распечатать? Сервер упал. Мне надо сломал. Отчет продаж распечатать. Уронил. Ебаный рот. Лентяй уронил. Как распечатать? Кнопочка такая маленькая в углу оказывается. Нормально распечатаю. Встать и закопать. Опа! Ты кто тоже тут? Пиздельник. Компьютеров. Возьми отчет о продаж. А где принтер? Совещание. Где принтер? Где совещание? Где принтер? Я не понимаю. Ладно, я на совещании. Бегу. Я искал... Блин, у них вот так отрывочно, я бы хотела полностью хотя бы одну катку посмотреть. Да, то есть он потом боссом был, а теперь кто? Он теперь... А потом он обычный, он, нет, да. Вот сначала менеджер, потом был обычный, а потом отлил от работы, сейчас вроде снова обычный. Интер, но чтобы вы не расстраивались и не серчали, я принес вам пачку сигарет. Я думал отпечатать. От вас уже. Боже, какое начальство жесткое у нас. Я все выполнил, всю работу. Начальника на спине. Меня, я буду вам начальник, а можете повернуться на спиной? Что сказал? Повысьте меня, я буду вам сосать. Естественно. Что там? Сейчас надо прочитать. Прочитайте вслух, мне плохо видно. Написано... О, не хочу вслух читать. Кто прочтет? Я не понимаю кириллицу. Кирилл, может, ты прочтешь? А, он Кирилл подсел кириллицу. Увольте меня. Но это я прочитал. Увольте. Это я прочитал. Это прочитал. У меня есть подозрение на вот этого молодого человека. Данила точно. Потому что знает кириллицу. Все, что я делал. Давай. Я видел, поджигал мусор, трогал котов и курил и пил пиво. Можно было и промолчать. Все остальное правда, да? Я отправлял письмо клиент. Станьте чуть правее, пожалуйста. Я очень сильно продуктивный. Опа, минус воды. Видишь, лентяй уволен. Лентяй был уволен. А он же тоже лентяй, нет? А, нет. Так ты сейчас нет. Дальше, все, шлю. А сейчас что? Облегчалось. Я понял. Что происходит? Наверное, обычный. Кирилл, я тебе звоню на твое рабочее место. Похоже, обычный. Да, я сейчас. Где мой компьютер? Прошу тебя, давай быстрее. Алло. Алло, здорово. Здорово. Че, как дела? Очень важный звонок. Ты покакал сегодня? Верба, бля. Я только туалетную бумагу принес. Слушай, у меня такое предложение. Давай вдвоем покакаем как-нибудь. Ну, мне нравится в туалет ходить. Господин начальник, а можно у вас отстать пенис? Не-не-не, не называй меня так. Называй меня просто господин. Что надо? Можно у вас отстать пенис? Да. Это снова Джохан просит? Да. Джохан просто знает, как подниматься по карьерной лестнице. Да. Видишь, он такой ушлый. Опытный человек. Да. Я не могу взять, погоди, брось просто. Да Олег он уже... Подписал. Уборщик, блядь, подписал договор. Я выполню все задания. Да, но я все равно буду за тобой следить. О, у меня появится новый... Ты слышишь? Покушать. Ладно. Яблоко. Молодец. Задание покушать я яблоко? Я компьютер работать. Это что тут валяется? Что, есть основания полагать, что надо Кирилла херачить? Ну, вполне возможно. А погоди, а чем ты занимаешься тут? Ну вот сейчас у меня обновить прошивку безопасной камеры. Вот она. Я бы ее так быстро не нашел. У меня топографический кретинизм жесткий. Вот, блин. Говно, вы мне все испортили, я ничего не могу теперь делать. Слушайте, я не знаю, я вижу, что вы маячите передо мной, но на самом деле лодыри побеждают.
Ребят, вас же больше. Давайте, старайтесь лучше. Мне сейчас все равно кого-то придется уволить. А, он менеджер. Вы должны лизоблюдить, понимаете? Я сейчас слежу за всеми. Почему Данила? Так, ладно, пора решать. Совещание. Сука, уже не важно. Итак, пока что ни хрена не понятно, но очень интересно. У меня два человечка на карандаше уже есть, но мне уже надо срочно кого-то кикать, но без конкретных доказательств я не могу этого сделать, так что я готов выслушать вас. Кирилл, что у тебя там? Все нормально по заданию? Ты видел письмо? Письмо мое видел? У меня нормально, я выполнил задание. Ну, он что-то маячил, правда, он яблоки ел, всяким говном страдал, но еще рано судить. Да нет, чем парируете? Дайте слово Данилу! Даже сейчас пришел с бумажкой сюда, спешил, блин. Такой работун. Надо, кстати, у вас, по-моему. Я не понимаю бумажки. Это что за документы? Я должен знать, что я подписываю. Ну, я не помню, к сожалению. Сейчас не написано. Подозрительный. Да, врет. С полки. Да, я знаю. Да. Ладно. Он тоже знает. Данил, ничего страшного. Я тебя ненадолго сделаю уборщиком. Но если что, я тебе верну звание обратно. Это можно сделать очень легко. Он реально не понял, просто что за бумажка. Так вот лучший сотрудник. Капец. Или ты. Хорошо. Так, я тебя делаю ассистентом. Хорошо. Пойдем играть. Раздают роли. Ну, это все же лучше, чем просто уборщик. Нормально поднялся. Ну, твое право погрустить немножко. Да. Просто хотел работать дальше уборщиком. Работник, я хочу, чтобы ты знал. Спасибо. Я ваша правая рука со шваброй. Пока непонятно, это либо Кирилл, либо Аркаша. Кирюх, что за документы печатаешь? Я печатаю подтверждение продаж. Потом вам нужно подписать подтверждение продаж. Почему он говорит с акцентом? Сделка совершена. Наверное. Сделка совершена. Можно брать? Слушай, эти буквы у тебя во рту довольно убедительно выстраиваются. О, прикольно. Видишь, как подписывал? Моки. Красная подпись. Номер мок, поэтому Моки. Какие хорошие пит-полы. Я не знаю, кому верить. О, так хорошо справляются. Возьмите аналитика, прогноза, продаж из финансовой. Поехали. Понимаете, что вам нужно еще саботажем заниматься? Вы когда это все успеваете? Херней заниматься. Вот, кстати, сейчас кто-то сделал правильное задание, шкала повысилась. А, видишь, специалисты синие, на тебя и красные. Я вижу, что ты работаешь. Вот, и у меня 20 секунд, я пойду пивка бахну. А пивка нельзя. Да кто тебе сказал такого? Я. Менеджер. Пить пиво может быть заданием лодыря, понимаешь? А, не, у меня 20 секунд, нет, долба. Ну пей. Сразу же перехотелось. Нет, теперь садись. Я выпил уже его, дубин. Выпил, смотри. Красная шкала. Да. Вычислил. А что за там записка? Все собрание. Ладно, я еще понаблюдаю. Кирилл, чем ты занят? Да вычислил. Бухой. Возьмите заметки. А в встречах, и смотри внимательно, на. Внимательно. Да погоди, я слежу за Кириллом. Синяя шкала, по-моему, не повысилась, когда ты в шредер засунул бумажку. Повысила сейчас. Смотри, сделать копию. Смотри, давай. Смотри, доказывай. Смотри, копирую. И кладу тебе на стол, хуйня. Давай, не, клади. Вот это? Какой из них? Мне кажется, что ты потерялся. Нарочно себе палки в колеса вставляешь. Стой! У меня красный стало больше. Я пошел. А, уборщик же. Все почище, да. Беда! У меня выпить кофе надо. Пей. У меня выпить кофе. Пей кофе. Пей кофе, да, давай, выпей кофе. Убегает. Покажи, как ты пьешь кофе. Свое. Выпил, да? Поняли. Все, понял, видимо, кто. Ты так мощно заполнил эту шкалу. Я так хорошо держался. Итак. Хорошо же держался. Что ты можешь сказать напоследок? Пойдешь домой. Я очень старался, честно. Обычно он даже не спотыляется. Искоренить гнили. Ой, я не того уволил! Шучу. Ой, не того?
Гнида хуй прикольно. Победил. Типа как она Амогус такой. Ну да, да. Какая сальная жопа у тебя, Олег. Слушай, а эта игра вообще, ну, типа, существует? Что? Да, вот, да, новая, походу. А что, вообще бесплатно или бесплатно? Да он сейчас он играет. Да, месяц назад еще да, играл. Он прикольно. Братишки награл, да. Прикольно. Кирилл. Подписать подтверждение продаж. А почему сакцент? Письмо, что подожди, сделка совершена. Подожди, ты перемотал, что ли? Нет. Сделка совершена. Слушай, а эти буквы у тебя во рту довольно убедительно выстраиваются. Нет. Сности. Блин, какие хорошие пит-полы, я не знаю, кому верить. А нет, было это нет. Подожди, я плохо перемотал случайно. Я пошел. Да, подожди, сейчас. Да, вот здесь, да, да. Думаешь, это... Дежавю, да? Ты говоришь, нет, не было такого. Это я. Только что смотрела. Жопа у тебя, Олег. А, да. Ух ты, ничего. Ну давай, ты хочешь сделать это? Я хочу это сделать, боже мой. Мне стало хорошо. Кайфует, видишь, как перекрутился. Что там за записка была? Обронили что-то. Ебаное совещание, бля. Он, получается, просто хотел записку наклеить, а записки, получается, наклеивают лодыри. Он сразу, видимо, спалился, он побежал, поэтому его увольнять. А потом, пожалуй, говорит, вы уронили что-то. Не свои взгляды. Марин. Да? Все хорошо. Вот его. Кирилл спалил, что это я? Я не понимаю, о чем вы. Ну, камон, начальник, у нас же все хорошо было. Я вашу дочку и... Надо определиться... Подожди, ты как кто был? Определяйтесь. Или меня это менеджер уронил, нет? Во всю эту процедуру с решением. Я в этом вопросе не товарищ. Зачем вы меня в кладовку вызвали? Я слушаю. Походу... Спалили уже, ну, Кирилл уже сказал, что это мне надо как-то время. Валик, Кирилл, ну хорошо, уволь меня теперь. Придурок конченый. Подождите. Я что-то даже не сомневался. Не палите, хорошо? У меня перекур, пошлите на перекур. Пошлите. Ой, на менеджер. Заходить на перекур. Кирюх, ты как умудрился нас спалить? Алло. Ну, все знает. Он просто грязную игру затеял. Вы взяли, да, сигаретку, да? Да, господа. Буду представлять, что я начальство. Буду смотреть. Давай. В соседний офис. Повысить могу вроде бы. Слёва так любит друг друга. Через постель, я не прочь. Давай, по жопе. Уволен. По жопе. Давай. Слушай, там специалисты побеждают, вон. Продолжайте. Ну так и повышаются потом по карьерной лестнице. Я уже на этот куст. Не открывай. Какая вкусная сигарета. Это своя атмосфера. И какой мягкий начальник. Вот, да. Какой грязный, потный, скуфообразный начальник. И игрище. Да, как у меня напрягает. Все. Слушай, как не уволили менеджера? Начальник испарился. Че? А начальник, может быть, тоже подлодит. Зачем? Ну, Олег все знает. Олег начальство теперь. Олег начальство. Олег, ну давай, решай уже, заканчивай эту игру. Ну ты же все знаешь. Давай, я не видел, чтобы Аркаша работал на самом деле. Он не работал, да, я тоже не видел. Он играл за компом. А Мармок, он получается лодырь. Да, видишь, у него пивка для рывка, вон написано эти лодырские задания. Он в змейку играл за компом, кстати, и в туалет часто ходил. Это пи***ш, я не был ни разу в туалете. Он его выставляет. Ни разу не играл за компом. Это все. Играл за компом, еще вирусы накачивал всем в компы. Пиздольство. Ну что ты думаешь? Ну все же очевидно. Да. Ты очень много говоришь. Я единственное, что скажу, да, он когда пиздит, много говорит. Причем Бурбок много говорил, да? Боже, давай. Сейчас все решится. Давай. Уборщик курит. Не смотри так на меня. Иди нахуй, все видно было. Всем, ты просто подыгрывают. А что ты так расстроился, я не могу понять. А я не хочу, чтобы вы говорили. Все, еще вернулся. Да, бля! Мимо. Ура! Лодыри победили. Да. Самое забавное, что ни хрена не делал для того, чтобы победить. Нет, почему? Он ходил и подначивал. Да. Говорю, вот все было понятно. Богдан просто очень плохой начальник, но хороший друг. Так я говорил, давай кикнем, чтобы кикнуть тебя, уволить. Олег тупой просто, как, блядь, валенок. Ну, это игра такая. Ну, Богдан был менеджером. Это было ожидаемо. С самого начала, когда мы пошли пить пиво на кухню, что это будет катка такая.
Ну хорошая катка. Шум какой-то. Лучше начал. А что происходит? Сборка какая-то. Вот это начальник. Лучший начальник, все кричат. Пиво. А, тут начальник сказал. Там кричат лучший начальник. Можете сходить за сигареткой. Нашей компании. Ебать. Слушай, хороший лифт в офисе, хочу сказать. Подожди, я вижу, что там еще продолжение. Бонус будет в этот раз, походу. Да, кстати. В этот раз подвезли бонусы. Алло, алло, алло. Интересный у нас начальник. Вы не ответили, да? Или что? Да, довольно интересный. Да он стоит тут рядом со мной. А начальник? Что он там говорит? Кто это говорит? Ну он такой, знаешь, он... Да все, да мы обанкротимся, да. Все, поехали. Я пошел, мне нужно печатать документы. Давай. Да задолбали. Алло. А с кем вы там? Здесь Among Us отличается в том, что здесь не все голосуют, один босс решает, кого уволить. Ну да. Прикольно. Прикольная игра, прикольная. Прикольная такая альтернатива Among Us. Короче, такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.